Всем привет, с вами Назар, и сегодня у нас на обзоре новинка в мире универсальных пультов, а именно RM-L1678. Идет стандартная упаковка от фабрики Huayu, то есть защитная упаковка для того, чтобы не попадала на пульт пыль, влага, и естественно она спасает от мелких ударов. Данный пульт универсальный идет на LCD и LED телевизоры производителя Sharp, то есть только к бренду Sharp он подходит. На обороте модельный ряд, на который идет этот пульт. Но если вы не нашли в этом списке свою модель, не огорчайтесь. Все модели, ну, просто невозможно сюда указать. То есть, если у вас LCD LED телевизор от производителя Sharp, данный пульт вам подойдет. Давайте откроем и посмотрим на него поближе. Достаем пульт, и сразу же, что мы видим, это необычная форма пульта. Дизайн они придумали очень интересный. Все для того, чтобы пульт было удобно держать. Также очень удобная функция, это то, что можно бах и поставить пульт. Ну, такого мало в каком пульту есть такая функция, но это очень удобно. Кнопки, которые выделяются ярче всего, это, естественно, YouTube, Netflix и выход в интернет. Я уже озвучивал, что он подходит на LCD и LED телевизоры. Если даже у вас телевизор без смарта, либо же ваш телевизор не поддерживает функцию Netflix, YouTube, либо же выхода в интернет, не беспокойтесь, эти функции просто у вас не будут работать, весь остальной функционал будет работать, то есть это включение, переключение каналов, цифровой ряд, все это будет работать, ну, кроме, естественно, этих кнопок. Если у вас поддерживает телевизор эти функции, естественно, все будет работать корректно. Также, что хочу сказать, что пластик сделан матовый, с ABS пластика, что добавляет ему такого яркого вида. Вот такая крышечка очень интересная. Ну, производитель очень постарался с дизайном. Питание этого пульта имеет от двух батареек 3А. И также, что хочу сказать, что данный универсальный пульт не нужно настраивать. Достаточно вставить батарейки, и пульт будет уже готов к работе. Если у вас возникли какие-то вопросы по данному пульту, пишите в комментариях, с радостью вам отвечу. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки. Пока!